А завершает концертную программу Кузнецов Марк. Финалист конкурса в номинации «Учащийся 9-11 классов», представляющий город Ангарск Иркутской области. Ольга Гизатуллина, «История земли Иркутска». Иркутск ведет свою историю с казаками. Их русский царь отправил на восток. Служивый человек, Потапов Яков, в краю таежном заложил острог. Посад вокруг острога разрастался. В Иркутске явились первые купцы, росли ремесла, город создавался. Свои строители, сапожники и кузнецы. Какие люди, а? Имена какие! Григорий Шелихов, купец Сибиряков. Они страну прославили, Россию, и мы их помним через тьму веков. Шли времена, другая жизнь, эпоха, уже в Иркутск спешили поезда. Но люд рабочий жил довольно плохо, и революции хлынули года. Перемешалось все. Белогвардейцы, чехи, красноармейцы, банды, юнкера. То сам Колчак в Иркутске делает успехи, то Тухачевский в городе с утра. С 17 года по 20-й в Сибири жесткая борьба велась. Большевики, серьезные ребята, свою народную установили власть. И вот пришли к нам годы пятилеток, строительство заводов, первый бам, другая жизнь и светлые рассветы назло империалистам и врагам. Сибирь творила, спорила, мечтала, и верой в лучшее сибирский жил народ. Но нас беда как месть подстерегала, и грянул страшный 41-й год. В Сибири не было войны, но бесконечный павших списки. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. Мы победили, солнце светит, но дух сибирский не остыл. Как хорошо, что на рассвете над нами небо, в мире мир. И я считаю, школьник русский, от наших дней до древней старины история сибирского Иркутска вплелась в историю моей родной страны.